Здравствуйте! В эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдабура. Спонсор прогноза погоды – магазин ковров «Килим Маркет». Восхитительные ковры от дизайнеров мира по доступным ценам. Здесь каждый сможет подобрать ковер на любой вкус и цвет. По адресу Новый город, дом 2125, остановка «Ледовый дворец». Турция у вас в доме. Хочешь тепла и комфорта? Окунись в море турецких ковров. «Килим Маркет». Ждем вас. Новый город. Остановка «Ледовый дворец». Во вторник, 11 октября, в Набережных Челнах пасмурно. Солтерометр покажет нам плюс 12 градусов, ночью плюс 8, также возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Желаю вам отличного настроения, до встречи на телеканале Челны ТВ.